Рада всех приветствовать на сегодняшнем нашем вебинаре, на нашем марафоне. Марина Лешко, представитель отеля Сан Сиам Резортс в России и странах СНГ. И предлагаю начать наше путешествие с просмотра небольшого видео нашего резорта. Всем приятного просмотра. Итак, давайте начнем наше путешествие. Приглашаю вас всех полетать с нами визуально в отель Сан Сиам Руфуши, который находится у нас на Мальдивах. Категория отеля 5 звезд. Находится наш отель на севере Мальдив, в Нунуатоле. Размер острова 830 на 350. Остров очень зеленый. Много интересных растений у нас. Даже мы устраиваем экскурсии внутри острова. Наш биолог рассказывает о деревьях, о растениях, которые произрастают на нашем зеленом резорте. Итак, остров натуральный. Отель был открыт в 2008 году. Отель подойдет идеально как для семей, так и для парочек, так и для туристов, которые выбирают наши отели для проведения свадебных церемоний или медового месяца. В отеле всего 221 вилла, у нас есть водные и береговые, также у нас есть три ретрита. Про размещение мы с вами обязательно сегодня еще более подробно пообщаемся. В отеле 14 ресторанов и баров. Отель работает от завтрака до все включено, то есть у вас будет возможность гастрономического путешествия в период пребывания в нашем резорте. Также у нас есть батлер-сервисы. Сервис батлер, у нас есть виллы повышенной комфортности, где у нас батлеры закреплены за этими виллами. И также у нас есть батлеры, которые обслуживают 4 или 5 вилл. Добираемся мы до острова двумя способами. Это может быть или гидросамолет, или доместик, это внутренние авиалинии. По прилету на Мальдивы ваши туристы прилетают и могут подойти к нашей стойке. У нас есть собственная стойка номер 21 в аэропорту, и наши коллеги сориентируют их, куда им нужно дальше перемещаться, потому что трансферы разные бывают, это может быть или сиплейн, или доместик. Есть у нас собственный лаунж, куда мы сопровождаем туристов, находится в терминале гидросамолетов. Туда мы вас сопровождаем на автомобиле, время перемещения примерно минут 5, и вы уже находитесь в комфортном лаунже, в котором вы можете попить прохладительные напитки, перекусить, доступ в интернет есть у нас хороший, можно поработать, если нужно, принять даже душ. Время ожидания гидросамолета бывает, знаете, от нас это не зависит. Компонуется расписание транспортной компании, ну, примерно в среднем это может быть от 30 до полутора часов, может быть, даже и 2. В высокий сезон время может немножечко увеличиваться, потому что частота рейсов очень большая и очень загружена. Но сейчас летом идеальное время для отдыха, как уже упоминалось, поэтому время ожидания в среднем 30-1,5 часа. Далее мы с вами направляемся на остров, который, как я уже упоминала ранее, находится в Нунуатоле. 45 минут примерно составит время в пути на гидросамолете, и это как раз-таки
уникальная возможность увидеть россыпь Мальдивских островов, то есть какие жемчужины будут видны из Индийского океана. Очень рекомендую выбирать этот вид трансфера, потому что альтернативные есть способ добираться, доместик, но вы не увидите всю красоту, когда вы будете пролетать над другими островами. На доместик у нас тоже возможен вариант. Вы прилетаете на ближайший остров Маафу, это аэропорт, из которого мы будем вас доставлять на остров на скоростном катере. Но время значительно увеличится, и скажу вам небольшой секретик. В период летний отель дает спецтарифы на гидросамолет. Поэтому я очень рекомендую обратить ваше внимание, внимание ваших туристов на этот вид трансфера. Это замечательная экскурсия, 45 минут на гидросамолете, и вы уже у нас находитесь на острове. Так выглядит наш остров. Сейчас я вам буду его показывать. Итак, в остров 830 в длину, примерно 350 в ширину. Состоит у нас из береговых вилл, они находятся по периметру всего нашего острова. И также у нас есть две ветки водных вилл. Вот она с одной стороны у нас ветка и вторая. На этой ветке у нас находятся виллы, water виллы, только одна категория. В начале ветки у нас находится французский ресторан, в котором в 5 часов вечера по расписанию у нас приплывают рыбки, рифовые акулы. Мы здесь устраиваем кормление. Это такое шоу, на которое обязательно нужно прийти и посмотреть. Очень любят у нас семьи с детками посещать это кормление. И иногда к нам приплывают скаты, манты, черепашки. У нас возле отеля недалеко от дайвинг-центра осьминог проживает. Иногда и он приплывает на эти кормления. С левой стороны у нас ветка водных вилл, здесь у нас находится 5 категорий различных, мы с вами их также разберем. Это у нас сторона Sunrise, это у нас сторона Sunset и очень-очень огромная у нас инфраструктура сосредоточена в центре острова. У нас здесь есть и спа-центры, и, как я уже упоминала, 14 ресторанов и баров, также у нас есть бассейн семейный. В этой части острова у нас есть бассейн для взрослых, сюда допускаются детки только старше 16 лет. Также огромное количество баров, активности, большой теннис, теннисные корты у нас есть. И вот здесь у нас находится дайвинг-центр. И рядышком находится наш домашний риф. Скажу сразу, что лагуна в отеле по всему периметру очень хорошая, нет коралловой стружки, и самые лучшие места для дайвинга находятся вот этой части острова. Также недалеко между дайвинг-центром и нашим пляжем, вот в этой части острова находится Nemo Garden. Здесь мы посадили кораллы, и у нас здесь очень много красивых, таких ярких рыбок, которых мы называем Nemo. С детками можно сюда приходить, с масками, трубками, заниматься снорклингом. Очень увлекательное путешествие. Вроде кажется, 10 минут поплаваешь, но это очень затягивает история, и проходит день абсолютно незаметно, когда вы видите этот шикарный подводный мир, который находится недалеко от вас. Путешествуем мы с вами дальше. Как я уже упоминала, у нас 221 вилла, 140 береговых и 81 категория водных вилл. Здесь подробное описание максимального размещения, сколько у нас таких вилл находится на острове, возможность поставить экстрабет, какие размеры бассейнов. Всей этой информацией с вами поделимся обязательно, чтобы эти инструменты уже у вас были. Да? Я не буду на каждой вилле делать такой акцент, хочется эмоции вам передать, чтобы вы понимали, чем мы отличаемся от других отелей. Отличаемся мы тем, что мы очень семейный отель. У нас действует в течение года спецпредложение для деток. Двое детей летят с двумя взрослыми и проживают бесплатно. Детки в нашем отеле считаются до 15 лет, то есть 14,99. И такое спецпредложение у нас в течение сезона действует. Поэтому, если у вас планируют сейчас семьи выбирать отели, предложите обязательно наш резорт. Теперь бы я хотела вам показать небольшое видео о наших виллах. Прошу, пожалуйста.
Итак, как вы уже увидели на видео, наши виллы напоминают ракушки. Они полукруглые, нет острых углов. Наша базовая категория называется Deluxe Beach Villa. Площадь очень большая для базовой категории, 125 квадратных метров. Здесь мы можем максимально разместить 2 плюс 2 или 3 плюс 1. Напомню, детки до 14,99 проживают в отеле круглый год. Deluxe Beach Villa. Они находятся у нас на стороне Sunset. Давайте на них посмотрим. Так выглядит вилла внутри. Очень высокие потолки у нас. Полуоткрытые ванны, душ у нас на открытом воздухе. Косметику в номерах мы используем Sun Siam. Также у нас недалеко от пляжа есть собственные лежаки. И вот такая есть у нас беседочка для отдыха. Это наша базовая категория Deluxe Beach Villa. Deluxe Beach Villa Vispool отличается от первой категории наличием собственного бассейна. Очень любят ее наши с вами туристы. Находится она на стороне Sunrise. Собственный бассейн с очень огромным таким зоной отдыха. И все наши виллы, хотела сразу обратить ваше внимание, отдельно стоящие. Утопают в зелени. Напомню, остров очень зеленый. То есть с пляжа практически ваших туристов не будет видно. Если мы размещаем семью 2 плюс 1, мама и папа спят на большой кровати, и вот с этой стороны у нас еще находится диванчик, огромный диванчик. Если у нас семья летит 2 плюс 2, мы дополнительно предоставляем доп. Место в виллу. Семьи, которые летят составом 2 плюс 3, для таких семей у нас идеально подойдет категория номеров Family Deluxe Beach Villa Vispool. Она состоит из двух частей. Зона для родителей ограждена раздвижной дверью, и здесь можно размещать детей. Family Deluxe Beach Villa Vispool. Максимально размещаем 4 плюс 1 или 2 плюс 3. Таких номеров у нас 10. Pool Beach Villa. Отличие от предыдущих категорий – наличие бассейна во внутреннем дворике. То есть у некоторых вилл он со стороны океана, а здесь у нас находится бассейн внутри самой виллы, там же, где у вас находится полуоткрытая ваша ванна. И конфигурация виллы такая же. Здесь у нас раздвижная дверь, зона спальни и зона как бы для деток отдельно. Что у нас в номерах? В номерах у нас мини-бары. В мини-бары мы ставим водичку, две бутылочки воды, набор для приготовления чая и кофе. И далее будет все зависеть, на каком типе питания у нас туристы с вами отдыхают. У нас работает отель от питания, от завтрака до все включено. Поэтому если туристы у нас прилетают на питание, все включено, мы им дарим бутылку вина и фрукты по приезду. И, соответственно, напитки в мини-баре мы будем пополнять один раз в день. Это будет пиво и безалкогольные напитки. Если туристы у нас перелетают на полупансионе или на фуллборде, то у них в номере только водичка и наборы для приготовления чая и кофе. Мини-бар у них будет за дополнительную плату. Также у нас в номерах есть гладильные доски, утюги, халаты, тапочки, фонарик, фумигаторы. Все это в полном распоряжении и принадлежности для ванны. Гель, шампунь, как я уже упоминала, это наша косметика Sun Siam. Можно с собой баночки эти не везти, не утяжелять ваш багаж. Далее мы переходим к категориям водных вилл. Если часто вас интересуются, спрашивают совета, для кого больше подходят водные виллы? Наверное, свое скажу экспертное мнение, мне кажется, больше подходит для парочек, потому что семьи с детками лучше, конечно, селить на берегу. И мы даем такой рекомендательный характер, водные виллы размещать только для взрослых. Ну а далее родители уже самостоятельно принимают решение. Водные виллы у нас по площади 85 квадратных метров, таких у нас вилл 40. И максимально размещаем 3 взрослых и 1 ребенок, или 2 взрослых плюс 2 ребенка на водных виллах.
горизонт Уотервилла, на террасе этих вилл у нас с вами будет стоять джакузи. То есть, кто любит вечером или утром принять джакузи и смотреть, у нас есть такие виллы с видом на закат и с видом на рассвет, это идеальные виллы для любителей романтики. Конечно, такие панорамные окна с видом на Индийский океан, с прямым выходом в океан. Когда вы спускаетесь с лесенки, дно бывает разным. Бывает, вы можете, ну, как бы там есть и камушки, или глубина позволяет вам сразу начинать плыть непосредственно с вашей виллы. Здесь у нас размещение максимальное 3 плюс 1 или 2 плюс 2. Горизонт Поттер Вилла с бассейном, такая же вилла, но на террасе вместо джакузи будет у вас собственный бассейн. Лежаки, зонтики, 10 вилл, размещение максимально 3 плюс 1 или 2 плюс 2. И с видом на закат. Это завораживающее действие, можно смотреть бесконечно, когда солнышко садится в океан и когда ничего не загораживает горизонт. Это вот для любителей романтики, для молодожен идеальная категория вилл Sunset Горизонт Water Villa. Размещаем 3 плюс 1 или 2 плюс 2. И в этих виллах у нас на террасе есть собственная джакузи. Infinity Water Villa. Вилла по площади немножечко побольше, 155 квадратных метров. Она состоит из двух комнат. В одной комнате у нас находится спальня, есть еще зона гостиной, небольшая кухня. На террасе у нас с вами беседка, где мы можем с вами завтракать или обедать, или ужинать. Это уже будет заказ в номер за дополнительную плату. И теперь мы переходим с вами к нашим виллам повышенной комфортности. У нас их три. И начинаем мы с вами с акваретрит. Акваретрит у нас один, площадь 229 квадратных метров. Показываю, состоит из двух спален. Здесь у нас небольшая гостиная внутри находится. И предлагает размещение максимальное 6 взрослых или 4 взрослых и 2 ребенка. Hidden Retreat, площадь 229 квадратных метров, он находится в центре острова, утопает в пышной зелени, здесь у нас размещение максимум 6 взрослых или 4 взрослых плюс 2 ребенка, он состоит у нас из двух спален, здесь у нас огромный бассейн, есть кухня, зона, где можно покушать, где можно отдохнуть, открытые вот такие полуоткрытые также ванны, и вот эту ванну при желании можно наполнить и попросить вашего батлера, который прикреплен за данной категорией виллы, 24 часа в сутки. Celebrity Retreat – это самый большой наш номер. Площадь 600 квадратных метров, также находится в центре острова, утопает в пышной растительности, то есть это пение райских птичек и утром, и в обед, и вечером. Это двухэтажный номер. Размещать можно огромную семью, 10 взрослых или 6 взрослых плюс 4 ребенка, но если деток будет побольше, мы, конечно же, пойдем на уступки, обязательно их разместим. Здесь у нас два бассейна отдельно огромных, площадь одного составляет 77 квадратных метров, по площади поменьше бассейн 18 квадратных метров, поэтому это вот такой отдельный город в нашем отеле, да, с персональным подходом, с персональным дворецким. Здесь у нас уже есть бильярдная, есть комната, в которой могут вам предложить спа-процедуры. Поэтому обратите внимание на этот номер. Он у нас один, и рекомендую, конечно же, бронировать его заранее. У нас есть депозит, поскольку отель работает от завтрака до все включено, депозит на Биби, если на завтраках туристы отдыхают, составляет $300, если туристы у нас отдыхают на полупансионе, составляет $200 за виллу в сутки. Что касается оплаты, на данный момент, на момент нашей с вами встречи, отель принимает карточки Union Pay, также возможна оплата наличными, как долларами, так и евро. Евро вы можете оплачивать, но курс будут считать национальному курсу банка на Мальдивах. И также есть возможность, уже, наверное, вы все знаете, туроператоры некоторые предлагают такую услугу, вы можете внести депозит, и туристы уже этот депозит будут использовать, находясь на острове в нашем отеле. Так, теперь мы с вами переходим к ресторанам.
14 ресторанов и баров, то есть можно устраивать гастрономическое путешествие, каждый день менять ресторан, какие предпочтения есть у туристов, ту или иную кухню, кто предпочитает, поверьте, огромное у нас количество, на любой вкус. Наш основной ресторан Иру, здесь у нас сервируются завтрак, обеды и ужины. Здесь в ресторане можно приходить на, скажем, без обуви, то есть здесь нет такого строгого дресс-кода, можно ножки окутать в песок, который у вас находится на полу, и спокойно отдыхать, а мы все сделаем для того, чтобы ваш был отдых у нас комфортным. Иру ресторан, это основной ресторан, он находится в центре острова. Далее у нас есть а-ля карт рестораны. Сразу хочу объяснить вам, как мы их бронируем в этом году. Немножечко отель изменил концепцию. Если раньше мы принимали резервации, бронировали рестораны с вами заранее, сейчас в этом году мы отказались от этих бронирований. И сейчас туристы, которые первые пришли в ресторан, те у нас и занимают столики. Исключение мы делаем только для тех туристов, которые отмечают день рождения или какой-то юбилей, дату, свадебную какую-нибудь универсили делают. Тогда мы в этом исключительном случае, конечно же, бронируем рестораны. А так, кто первый пришел, тот и занимает столики. Итак, это наш Islands Grill, который является частью а-ля карт ресторанов. И у нас в план питания, полупансион, фуллборд, все включено. Вы можете использовать наши 5 а-ля карт ресторанов, посещать их. Мы с вами сейчас их посмотрим. Islands Grill являются как раз-таки частью этой концепции, то есть Dine Around распространяется на этот ресторан в том числе. Итальянский ресторан The Trio, также у нас Dine Around. Напомню, что он у нас бронируется, не бронируется заранее, мы только приходим, кто первый, тот его и посещает. Бамбу – это азиатский ресторан, работает на обед и на ужин, не нужно резервацию заранее делать. Во всех наших ресторанах есть детское меню, детки кушают по меню, и детки проживают в отеле на том типе питания, на котором забронированы родители. Планы питания в отеле менять нельзя. Если вы изначально забронировали завтраки, значит, весь период проживания вы будете на завтраках. Повысить можно, но, например, все включено, перейти на план питания полупансион, так сделать, конечно же, нельзя. Индийский ресторан Taste of India, также у нас он работает на ужин, и можно его посещать, является частью питания Dine Around в нашем отеле. Flavors, французский ресторан, на ужин также мы можем с вами его использовать, а-ля карт ресторан. Находится он в начале ветки водных вилл, как я уже упоминала. Возле этого ресторана у нас, начиная с 5 вечера, проходят кормления рыбок, рифовых акул, поэтому очень рекомендую посетить вам вечером. Это место находится на ветке водных вилл. Вот карту острова, если мы вспоминаем, это будет с правой стороны наш французский ресторан Flavors. Наша винотека за дополнительную плату. По расписанию, у нас есть расписание, вы когда приезжаете, батлеры дают вам полное описание, что включено у вас, что не включено. Если у вас какие-то будут дополнительные вопросы, вы, конечно же, можете к ним обратиться. Есть у нас батлеры русскоговорящие, но гарантированно подтвердить вам русскоговорящего батлера мы, конечно, не можем, но сделаем все возможное. Итак, винотека. У нас 3 раза в неделю проходит дегустация вин, у нас их собрана огромная коллекция со всех стран мира. Также дегустация вин проходит с тестированием сыров разнообразных. Это за дополнительную плату, стоимость примерно от $70. Также сомелье вам расскажет историю этого вина, вам предложит несколько вин на выбор, это может быть 6 или 7. Какое вам больше понравится, вы можете его приобрести в нашем отеле. Тепаньяки – это японский ресторан. Данный ресторан у нас за дополнительную плату. И только в этом ресторане у нас детского меню нет. Только по взрослому меню. Только по а-ля карт.
Туристы, которые у нас отдыхают на питании «Все включено», могут посещать без ограничений наше кафе «La Climeria». Это кафе-мороженое, это у нас кафе со сладостями, здесь у нас десерты подаются, коктейли разнообразные, вкусные. Работает с 11 до 7 вечера. Я думаю, детки вам подскажут, если вы будете отдыхать с детьми, где находится это наше волшебное место. И если даже гости отдыхают на завтраке, на полупансионе или на фулборте, в любом случае детям мы мороженое предоставляем бесплатно. Детки, напомню, у нас до 15 лет. Наш бар Waters Edge, он у нас работает с 8 утра до часу. Напитки мы здесь алкогольные подаем с 9 до часу. То есть туристы, которые проживают на питании, все включено, алкогольные напитки могут брать в наших барах и ресторанах во время работы наших заведений. Так вот, в этом заведении можно пить напитки с 9 до часу ночи. Также вечером здесь есть развлекательная программа. У нас каждый день или диджей, или живая музыка. Что касается наших вечерних программ, хочу сказать, что в отеле также есть у нас караоке. Можно прийти там попеть, караоке-вечеринки. Раз в неделю, раз в 10 дней мы проводим встречу с генеральным менеджером, если он находится на острове, и с руководителями различных департаментов, непринужденная обстановки, за бокалом шампанского вы можете поделиться информацией, как проходит ваш отдых, какие у вас есть вопросы, то есть они полностью в вашем распоряжении, можете, это происходит все на закате, очень романтично, рекомендую обязательно принять участие вам в этом коктейль-менеджменте. Fluid Bar — это излюбленное место наших семей. Fluid Bar здесь в обед, если туристы летят на фулборде или на все включено, можно покушать, перекусить. Очень рекомендую посетить мамам и папам, потому что недалеко находится наш детский клуб, куда можно отвезти детей. И про детский клуб тоже расскажу. И здесь провести очень хорошо время. Здесь продаются очень вкусные коктейли. И дальше путешествуем. Reflection – это бар и зона отдыха для туристов старше 16 лет. Здесь мы не пускаем, в это место мы не пускаем деток, чтобы вы могли релаксировать. Есть туристы, которые предпочитают отдых, спокойствие, тишину. Работает он до вечера, до 22:30. Пожалуйста, приходите и попробуйте здесь разные виды напитков и коктейлей. И в любой части острова мы сможем с вами провести романтический ужин, сделать предложение руки или сердца. Это все за дополнительную плату, декор, какой вы захотите, локацию можем с вами подобрать. Ну и все еще будет зависеть от погодных условий. Также мы можем предложить вам floating breakfast, завтрак, обед, ужин у вас на вилле. Есть у нас меню, которое вы можете, с которым можете ознакомиться и выбрать для себя ту или иную позицию. Потому что если мы выбираем с вами даже завтраки флотинг, мы предлагаем на выбор соки, какое вы хотите горячее. То есть туристы могут ознакомиться и дать нам обратную связь. Детский клуб Камас работает с 8:30 до 18:00. С детками у нас, конечно же, проводятся разнообразные программы, обучающие, развивающие. Есть у нас там сотрудники, которые проводят с ними очень много времени и уделяют им огромное количество времени, потому что дети – это наши будущие потенциальные клиенты, поэтому мы на них делаем ставку, чтобы они продолжили добрую традицию, приезжали уже к нам со своими детками, со своими семьями. Занимаемся и с малышами, и с тинейджерами. Разнообразные, конечно же, программы для разных возрастных групп. Если нужна услуга, да, за дополнительную плату, нянечки у нас также они есть.
И у нас дети от 3 до 12. Здесь презентация еще не изменили информацию. От 3 до 12 лет. Если малыши младше 3 лет, тогда мама или папа в детском клубе должны находиться обязательно. Деток мы не кормим, мы только можем им предоставить водичку, покушать. Папа, мама забирают своих деток и ведут в ресторан, и вместе с ними кушают. И программа также, какие мы проводим с ними конкурсы, может быть, какие устраиваем кукинг-классы, что-то мы готовим с ними. Вся эта программа есть у родителей на вилле, и они могут посмотреть и присоединиться в тот или иной день, увидев это расписание активности. Также в детском клубе полностью каждый день расписана программа, чем мы будем с вами заниматься. Мы также много уделяем внимания окружающей среде. Мы смотрим с нашим биологом, как живут наши рыбки в Nemo Garden. Мы также рассматриваем, какие растения у нас, кто нас окружает, флора, фауна на острове. Это очень-очень интересная экскурсия. Очень рекомендую посетить и деткам, и взрослым. Обязательно. Водные виды спорта, моторизированные и немоторизированные, в широком ассортименте. Что у нас бесплатно есть? Бесплатно для туристов у нас есть, для которые у нас отдыхают на все включено. У нас час есть водное, сейчас вам скажу, Water Sport Stand-Up Paddle Boat, это 1 час в день на виллу, для них бесплатно. А далее моторизированные виды спорта, катамараны, это все за дополнительную плату. Бананы, флайбординг, виндсерфинг, каяки у нас также есть, трубки, маски, это мы предоставляем вам бесплатно. Плюс у нас еще очень широкий спектр разнообразных экскурсий предоставляем, это и круизы, разнообразные у нас прогулки, если повезет, увидим с вами дельфинов, если повезет, встретим черепах, на непитаемые острова есть экскурсии, есть также внутри острова, о чем я говорила, можно пройти с нашим биологом, который расскажет вам о наших растениях, которые растут внутри острова. Есть бильярдный стол, то есть у нас есть бильярд, есть настольные игры, дартс, шахматы, можно приходить, это бесплатно. Теннисные корты, 2 теннисных корта. Дайвинг-центр. В дайвинг-центре у нас работает 2 менеджера русскоговорящих, которые подскажут. Дайвинг-центр у нас примерно стоит от $40, такое погружение для тех, кто уже имеет с собой сертификаты. Да? Есть разные туристы, профессиональные туристы, которые уже имеют сертификаты ПАДИ, которые хотят выезжать на какие-нибудь споты ближайшие. Мы предоставляем и такие экскурсии в том числе. Есть у нас цены, прайс-листы, с которыми можно ознакомиться. Есть у нас ночные погружения, дневные, рыбалки, глубоководные. Для любителя активного отдыха очень много предложений. Спа-центр заслуживает отдельного внимания. Спа Байтальга. 20 процедурных павильонов находятся в центре острова. Благоухает у нас в тропической растительности. Более 140 процедур мы предлагаем по уходу за телом и лицом. У нас философия нашего спа – это энергия моря и гармония земли. Лаборатория Тальга имеет опыт работы более 50 лет на рынке, поэтому, естественно, они являются экспертом и лидером в косметологии. Их средства сделаны на основе водорослей, растительных экстрактов, и можно брать восстанавливающие процедуры, массажи разнообразные. У нас в СПА представляется доктор аюрведы, китайская медицина, медитации, тайчи, йога, то есть всем этим можно заниматься. Работает СПА у нас с 10 утра до 10 вечера. Очень много наград, практически каждый год мы номинируемся и побеждаем лучший СПА в Индийском океане. До недавнего времени этот СПА считался самым большим в Индийском океане, но сейчас уже есть отели, которые по площади нас немножечко обогнали. Но тем не менее, 20 процедурных кабинетов, каждый кабинет назван названием цветка, у каждого кабинета свой аромат,
После процедур мы вам предложим разнообразные напитки, какие-то тонизирующие чаи, холодные или горячие, как вы захотите. Также есть в спа такая услуга для туристов, бесплатная, на любом типе питания, гидротерапия. Вы можете прийти в спа или в хамам и воспользоваться двумя бассейнами. Один с горячей водой, один с холодной водой. То есть, пожалуйста, можете посетить. Но обязательно нужно сделать предварительную запись. И очень рекомендую бронировать наш спа заранее, потому что желающих очень много. Есть также у нас кабинеты для пар, то есть можно прийти парой сразу на процедуру или и в индивидуальном порядке. Наши отели также занимаются организацией и проведением свадебных церемоний. В отеле есть свадебный координатор, который обязательно послушает все ваши пожелания, что бы вы хотели. Стоимость примерно в нашем отеле Сантия Мирофуши составляет от 1500 долларов. Что входит в этот пакет? Это будет вино, тортик, локация на пляже или где вы выберете себе эту локацию, небольшая арка. Также мы задекорируем багги, на котором доставим молодожен к месту проведения, и, соответственно, координатор. Также у нас в отеле есть спецпредложение для молодожен, в зависимости от количества ночей, минимум 3 ночи вы должны у нас проживать, но это будет, естественно, декор вашего номера, ужин романтический, фрукты, вино в ваш номер, и нужно будет нам обязательно предоставить свадебный сертификат, подтверждающий то, что вы действительно являетесь молодоженами. Туристы, которые празднуют у нас 5-летие, 10-летие своей даты знаменательной, обязательно должны нам отправить копию сертификата, и тогда мы также им предоставим по прилету бонусы. Бонусы в виде бутылочки вина и фруктов. Также именинники, которые празднуют у нас день рождения в момент пребывания в отеле, также у нас получают бутылку вина и фрукты. И если вы от себя хотите написать в отель открытку, чтобы мы предоставили это туристам в номер по прилету, конечно же, мы это сделаем с удовольствием. Пишите текст, и мы это обязательно доставим в номер ваших туристов. И очень рекомендую по поводу свадеб еще два слова. Очень рекомендую выбирать дату проведения заранее, потому что иногда бывает пересечение интересов. Многим туристам нравится дата 07.07, поэтому чтобы эта дата была именно ваша, давайте мы с вами обязательно забронируем ее немножечко заранее. Караоке-вечеринки у нас можно проводить. Также у нас есть комната переговорная, где можно проводить какие-то бизнес-тренинги. Может, у вас будет небольшая группа, которая хочет провести какой-то семинар обучающий для своих сотрудников. Пожалуйста, мы полностью в вашем распоряжении. Разная у нас рассадка возможна. Мы предоставляем вам оборудование, которое вам понадобится. Пишите запросы. Если это мы говорим о MICE-запросах, для них это отдельные цели. Цены, то есть это уже, я так понимаю, минимально от 10 комнат, это считается как групповой запрос. Поэтому обязательно отправляйте нам свои пожелания, и мы вернемся к вам с хорошим ценовым предложением, непосредственно компанию Мальдивиана. На что хотела еще обратить ваше внимание. Так, сейчас покажу вам видео еще одно нашего отеля.